36-летняя Екатерина Варнава встречается с режиссером Александром Молочниковым. На днях влюбленные посетили премьеру фильма «Чернобыль» Данилы Козловского. Артистка выбрала для выхода в свет достаточно свободный костюм, однако поклонники смогли рассмотреть у нее округлившийся живот. Также сообщается, что на кадрах с недавнего дня рождения Молочникова у Екатерины тоже виден живот. Ставьте лайк этому видео, не забывайте делиться им с друзьями, а также подписывайтесь на наш канал.